Хей, с вами Шамики, и мы с вами продолжаем немножечко еще проходить игру под названием Resident Evil. Так, подожди, кажется, я немножко не то сказал. То есть я имел в виду The Evil Within, то есть злые капли. А, ребят, оказывается, управление у нас летает постоянно, когда я перезахожу в игру. Зачем я сюда зашел? Поэтому я сейчас заново буду все это дело делать. Не знаю я. Может, мне нужно просто, так сказать, на другую раскладку сделать все. Ну как-то так. Так, ладно. Здесь мы были, мы газетки эти подбирали, то что нашлись трупы. Большое количество. Эй, здесь кто-нибудь есть? Короче, немного я уснул, проснулся, теперь полная ночь. Как раз время для чего-то страшненького, да? На самом деле, мне пока что качается игра. Пока у меня игра качается, мы поиграем с вами. Эвел Визы немножко. Мы проснулись. Что с остальными? Что с городом? Вы о чем? Прямо сейчас здесь, кроме вас, никого нет. Может, она не врет? Больница? Это очень важное для вас место. Здесь вас всегда ждут. Меня положили в больницу? Боюсь, что я не могу вам ответить. Пожалуйста, распишитесь здесь. Если не распишетесь здесь, то не сможете сохранить свои воспоминания. Хорошо, сохранить воспоминания. Ок. Бля. Сюда, пожалуйста. А я хотел показать вам время. А я не мог сохраниться. Пахнет лекарством. Все в порядке. Пожалуйста, расслабьтесь. Мне нужно. Пожалуйста, садитесь. На этот стульчик, да, и уютный. Но окей. Так, навыки. Там было написано. А, это еще что? Не сопротивляйтесь. Это для вашей же пользы. Нет. Стойте. А улучшить навыки можно с помощью зеленого геля. Доступ. Мы платим 100 штук за доступ. Окей. Видите? Так гораздо лучше. Сестра, я схожу с ума. А? Что заставляет вас так думать? Бля, нет. Я буду ждать. Да ладно, подождите, я тут думал, я сейчас немного это древо умений прокачаю там, смотрю хотя бы. Какое оно? А, оказывается, нихера. Черт, что здесь творится? Где я? Кидман. Так, новый предмет. Получи новый предмет. Управление пробил, так. В смысле? Характеристики лечения шприцами 30. Шприц. Какое лекарство находится в этом подходящем шприце, неизвестно. Однако оно неплохо восстанавливает здоровье. Ты где? Нажмите C, чтобы экран снаряжения. А, просто один раз нажать.
Типа восстановить хпшку. Коннелли! Так, информация к варианты. Не. Окей. Стамина. Здесь просто жутко темно, я ни хера не понимаю. Надо ли мне сюда бежать? Не надо. Я вижу кровавый только след. Ладно, давайте просто пойдем по следу. Потому что там фонарик светится. Вот что. Все, начинается. Я потерялся. Вороны, жирущие трупы. Атака рукопашная. Капс. Так, давайте, наверное, не капс, а настрою на другую кнопочку. Походу, оно сохранит только английскую раскладку. Альнинка. Это оленина? Ладно, допустим, да. Куда мне идти? Я потерялся, ребят. Ок, пойдем на свет. Окей. Может, это была не такая уж хорошая идея. Может, время вернуться обратно? В округах здесь ничего нету. Вот как меняется окружение, когда ты в другой немножко местности. Видите, типа здесь темно так. Бац, все ярко. Странно работает на самом деле здесь освещение. Как мне свету выключать? Но видно, что он не в порядке немножко. Нам намекает на то, чтобы я к нему подошел. Ну ладно. Шесть патрон. Зай бомба. Коннелли.
А, меня заметили. О боже, Коннелли. А, какой-то он слишком быстренький, не думаете? У нас механика тоже ломать типа трупы, походу. Или нет? Походу нет. У нас за это хотя бы стамина не забирается. Слишком быстро. Может все-таки автоприцеливание, блин, поставить? Он очень быстрый какой-то. Он очень быстрый. А, F-фонарик, точно, точно. Можешь вызвать СОС. Здесь ничего. Плюс мозги. Что за звук? А, мошки. Мотыльки. Хоть я играю на легком уровне сложности, но зомби полег с трех выстрелов. Окей. Еще мозги. Больно, больно. Ого. Ты об этом? Ты Лесли, да? Я из полиции. Я постараюсь помочь. Постараюсь помочь. Черт. Как же мне отвезти тебя в больницу? Больница, 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 больница! Что за хуйня? Так, удерживайте. Так, предмет получено. Получены детали ловушки. Детали ловушек нужны для создания стрел к арбалету. Агония. Используется в экране снаряжения. Так, пистолет. Хорошо. Максимум 10 патронов. Серьезно? Подожди, а там еще что есть? С. Информация. Так, характеристики. Множитель урона 100, скорострельность 1 секунда, время перезарядки у, емкость магазина 6, точность критическое попадание. Пистолет. Это старый служебный револьвер. Большинство полицейских под разделений перешло на полуавтоматические пистолеты. Но кое-кто по-прежнему предпочитает револьверы. Револьверы. Зарядить. В плане... А, это просто управление, ладно. Ускорение. Держите, чтобы бежать. Эту кнопку я уже нашел и сам. Без вашей помощи, спасибо. Так, прыгать наш чел, по идее, не умеет. Поэтому как-то так. Так, спички.
Управление, так, информация. Подойдите к лежащему врагу и нажмите I, чтобы его сжечь. Сожжение полностью уничтожить противника и расходует одну спичку. Скопление врагов можно сжечь одной спичкой. Сжечь можно не только трупы и противников. Ясно. И он сгорел. То есть я только что просто просрал спичку, да, как я понимаю? Круто выходит. Интересно, сколько мне нужно раз ударить зомби, чтобы он отлетел? Жалко, что мы не можем сохраняться обычным способом. Я бы все на это поджег. О, медсестра. Блять, я не хочу идти туда. Ладно. Можно сюда завернуть, посмотреть, что здесь. Окей. Что это? Так, дневник Себастьяна Кастелвана, ноябрь 2004 год. Наконец-то я получил этот жетон. Детектив Себастьян Кристианос. Отлично звучит, мне нравится. Говорят, мало кому удалось сделать карьеру быстрее меня. Хотя мне казалось, что ждать пришлось долго. Просто руки чешутся приступить к делу. Уверен, детектив из меня выйдет куда лучше, чем участковый. Кроме того, больше не придется носить эту чертову форму. Да, и прибавка к зарплате тоже радует. В департаменте сейчас любая помощь на вес золота. Количество преступлений в городе зашкаливает. Кримсон Сити – мой дом, а защищать его – это моя работа. Окей. Черт. Что за... Я снова здесь? Короче, мы, как я понял, в... Наверное, я схожу с ума. Наверное. Вылетаем идти. Так, там стекло. Не пойму, тогда ли я видел кошмар? Или сейчас? А тут не... А, не, видите время? 21.56 и 23.39. Ну, то есть, короче, я заснул на... Почти на 2 часа, ладно. Почти на 2 часика. Ничего рассказать она нам не хочет. В округе орудует маньяк. Над жертвами проводили хирургические операции. Полиция полагает, что действует серийный убийца. В округе пропадают люди.
Лесли. Пропал Лелси Визерс. Лелси Визерс. Пациент психиатрической больницы «Маяк». Пропал из запертой палаты. А, подождите, значит... Да, бегать могу. Сколько вообще мне выносливости хватает? Да ладно, ты начинаешь задыхаться? Что это за значки? Пипец, он просто начинает задыхаться. У тебя есть одышка? Хорошо, что это узнал. Было бы весело. Давай посмотрим, что мне по навыкам, по древу навыкам. Угу. У нас есть сила и лечение, здоровье. Здоровье максимум времени. А, подождите, я понял. А как мне стаб? Оружие, запасы. Сила и лечение. Здоровье. Это показатель, насколько прибавляется, да? Сначала по десятке, в конце только на... Ап, а мне хватит хотя бы на что-то, подождите. Да, вот здесь мне хватает. И здесь мне хватает. Ладненько, здоровье. Везде по плюс 10, под... и в конце по 150. Максимум время ускорения. Ну слушайте, 3 секунды мы вначале бегаем только. А так будем 10. Я считаю, это лучше будет вариантом. Урон в рукопашной. 120-240. Лечение шприцами. Ну, если смотреть, что шприцы довольно дорогие, ну именно по прокачке, я не знаю, как в дальнейшем будет. Может, мне будут с врагов там это вдаваться, слизи, все такое. И в какое будет ее количество. Здесь я на самом деле пока что считаю, что мне лучше максимум ускорения. Ну хотя, блин, но они тоже довольно быстрые. Зомбаки эти. Увеличит максимальный уровень здоровья. Увеличит запас сил, позволяя вам дольше бежать с ускорением. На 5 уровне увеличивается скорость восстановления сил. Ага. Немного увеличит урон наносимый вами противнику. Лечение. Шприцы в основном дают больше здоровья. Ну, блин, на самом деле здесь довольно маленькое. Хотя, смотри, только пистолет. Скорее всего, будут еще другие оружия, которые я могу прокачивать. А, пистолет. Повышает огнестрельную мощь для нанесения большого урона. Так. Множитель урона, скорострельность, время перезарядки, емкость магазина, точность, критическое попадание. Множитель урона. Тут-тут-тум. Скорострельность. Ну, слушайте, он потом будет довольно быстро стрелять. Время перезарядки. На секунду меньше. Емкость. Вот емкость это довольно хорошая. Точность. Минус 5 плюс 5. Критические попадания. Интересно, так, давайте, поехали. Повышает огнестрельную мощь для нанесения большого урона. Снижение времени между выстрелами для повышения скорострельности. Уменьшает уменьшение времени, затраченного на перезарядку. Увеличение емкости магазина. Точность. Уменьшает колебания прицела для повышения точности стрельбы. Увеличивает шанс убить противника выстрелом в голову. Ага, найс. То есть... ваншотнуть имеется в виду. Угу. Запасы. А патроны, гранаты, шприцы, спички. Ага, патрон для пистолета. Увеличит максимально наносимый боеприпас для пистолета. Ну слушайте, так как у нас только с вами 10 пуль, но мы можем прокачать до 50, я думаю, это хорошая вещь. А гранаты. Увеличит максимально наносимый запас гранат. Ну, с гранатами там можно поспорить. Шприцы. Увеличит максимальное количество наносимых с вами шприцов. Только 2 шприца могу носить, потому что на шприцы будет прокачивать. Спички. Увеличит максимально наносимый запас спичек. Но если посмотреть на то, что в основном спички используются для уничтожения врагов, это хороший предмет. Короче, 500... 1000.
Да. 500 и 1000. Или это вкачать. 6 патронов. Короче, я так подумал, давайте мы с вами вкачаем сейчас спички. И вкачаем пули. Так, 2500. 800 на следующем. Потому что я думаю, оно мне потом в дальнейшем это все поможет. Гой, тогда сохранюсь, да? И посмотрим, что можно сделать. Если что, в принципе, можно закончить будет серию. Ну, сейчас у меня с пулями не густо. Хорошо, как солнце на блядь, испугался уже. На самом деле, на выстрел могут сбежать, как я понимаю, монстры, да, эти? Вот что это за видимость? Типа... Стелс. Скрытное убийство. А, контр пробил скрытное убийство. Нападите за спиной. А чё это мы обернулись? Слушай, а чё, какого чёрта он обернулся? Я на легком играю или на какой сложности? Заметьте, что они постоянно ходят, то есть они никогда не стоят на месте. Как он меня услышал, если я был на картах? Блядь, быстрое убийство. Найс. Быстрое убийство сделал. Хорошее обучение. Мог бы дальше дверь бить. Еще ему мешал. Ну я не знаю, типа, я успею к нему подойти сзади, когда он будет идти в ту сторону. Хоп. Ну, смотрите, в принципе, здесь есть стелс. То есть мне уже предлагают стелсить. Ясненько. Так, здесь управление информацией. Пробел перелезть через препятствие. А, то, что видимость закрывает, вот это вот плохо. Почему здесь нету нычек каких-то? Которую, допустим, могу найти только я.
Статуэтка. Ключик. Короче, за то, чтобы сейчас быстренько вернуться обратно, сохраниться. Тогда, ребята, план просран. Давайте либо идти до, пока меня не убьют, либо до сохранялки. Пока перезарядимся. Эй, парни, вы местные? Подскажите, где... Я больше не могу... Типа, маяк это все с ними делает? Так, автоприцеливание. Мышка удержите на... Так, навести прицел на определенное расстояние от врага. Прицел будет автоматически наводиться на ближайшего к вам врага, если вы будете удерживать кнопку. Типа, вы мне предлагаете тратить пулю? Я понимаю, если сейчас начну стрельбу, они сбегутся. Так, тут возвращается. Ясненько. И тот возвращается. То есть в какой-то степени, да, я могу по стелсу это сейчас дело пройти. Короче, они встречаются в каком-то моменте, и потом расходятся в каком-то моменте. И вот в этот момент, по сути, я могу и пройти по-тихому. Тихо. Они там везде, да? До какого момента ты доходишь? Ага, он еще идет дальше. Хоп.
По идее, здесь никого нету, да? Чувствую, лучше трупы сжигать. Нафиг оно мне надо. Вдруг они втихаря могут встать. А мне не нужны внезапные враги. Но я могу спрятаться. Ух ты ж ё. Окей. Блин, жалко, что я не могу вручную сохраняться. Так, там с фонарем чили ходит. Он словно притягивает меня одним своим видом. Ну, слушай, ну для него довольно, можно сказать, недалеко идти. Но на самом деле фиг его знает. Может отхилиться до конца? Ну, я фулл хил сделаю. Фулл хил. Ага, фулл хил. Почти угадал. Почти угадал. Так, там стоит, хорошо. Второй там ходит с фонарем. Что здесь у нас? Ну, типа, я бы здесь лист, допустим, запрятал где-то. Здесь ничего не валяется. Листья только на деревьях. Ну, слушайте, в принципе, сейф, можно на этом, я думаю, закончить. Почему бы и нет? Типа, думаю, дальше мы с вами более подробно пройдемся по этой локации. Вот отсюда их можно расстрелять. Не знаю, смогут они меня достать отсюда, это мы потом, думаю, проверим. Поэтому как-то так. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.